Рассматриваем кухню. Смотрите, Савдеповская старая кухня. Ремонты были последний раз в 70-е годы. Никому не нужна, заброшена, захолустная. Это бывшая кухня кухарки. До революции здесь жила кухарка, у нее стояла здесь кровать, плиты, она здесь работала. Здесь были развешаны веревки с бельем, здесь же мешки с крупами, с продуктами находились. Стены на этой кухне вообще не менялись, мне кажется, со времен Довлатова, если не раньше. Но посмотрите на эти... На эти трубы ужасные. Но, несмотря на такую грязь, все-таки Питер – это интеллигенция. Висит карта. Гипсометрическая карта Марса. А тут же, прямо на кухне, находится туалет. Туалет, и называется он приемный. Жильцы говорят, что это наследство Довлатова. Название «приемное» придумал он.